сегодня у нас такие бомбочки на ванной. Немножко громче можешь говорить. Еще раз скажи, что это? Это такие бомбочки на ванной. Бомбочки для ванной? Ну, мы это будем в миске давать. В миске, да? Ну, подожди, давай я покажу. Давайте с этой. Вот они, бомбочки для ванны. Это косметические, для приготовления ванн. То есть это бросаем ее, и в ванной можно купаться? Да. Да? Может, потом ванну бросим или сейчас? Потом. Ему не надо в таких купаться. Давай сейчас все распаковывай, покажи, что происходит. Открывай, давай, не спеши. Может, их надо так бросать? Нет. Ну, ты открываешь, нет? Там не будет бомбочек. О. Давай я, может, помогу? Нет. Я пока кофе попью. Нет, кавычка. Так, а что, зацеплено? Да, я гляну. Да. Сейчас мы его. Химия. Вот это пахнет. А вот, да, а вот это зеленое. Это что ж такое? Сейчас я тебе надору чуть-чуть, а ты дальше сам, да? Угу. О, надору. Все. Ага. Давай. Давай, давай, давай. Ты... О, есть, разорвал. Ой-ой-ой. Ты... Глянь, как она шипит, да? Давай ее достанем? Давай. Доставай. Покажи, да. Там, ух ты! Шипит. Давай еще. А, яйца. Что? Яйца какая-то. Ну что, давай это стремновато в такой ванной будет купаться, да? Брось просто и не трогай ручкой. Не, она уже надо посмотреть, надо было какую-то прозрачную взять банку. Она шипит, видите? Она так и должна, ее не надо смотреть. А мы хотим посмотреть на нее. Ну отпусти, пускай пена идет. Но это же интересно в том, что пена выходит вверх пойдет. И что, смотреть 10 минут, как она пена растворяется? Типа, да, вот так шипит. Так она розовая стала. Розовая стала. И пахнет. А давайте теперь как включить? Ну, опять-таки, эта бомбочка купленная просто в супермаркете. Это не профессиональная какая-то там, косметическая. Это, ну, минималита самая. Ну, это просто бомбочка для принятия ванн, правильно? Давай эту пока не будем распаковывать. А чего? А зачем? Ну, еще. Ты будешь в ней купаться, Кристи? Ладно, друзья. Вот, в принципе, такая бомбочка. Но купаться мы в них не хотим почему-то, я не знаю. Все, Ваня, говори. Пока. Волшебные слова свои. Давайте еще одну. А дальше, что ты хотел сказать еще? Поставьте лайк и нажмите колокольчик. Будет еще много чего интересного, так что не забудьте подписаться.